я живу в Минске, а мама за границей. Может ли она приехать, воспользовавшись 5-дневным безвизовым режимом, чтобы поставить имплантанты? Успеет ли она? Очень актуальный вопрос, потому что таких пациентов становится все больше и больше. Но методика работы с такими пациентами, она отработана и очень проста. Как правило, пациент присылает в клинику запрос на решение данной клинической ситуации. То есть клиника просит у него какие-то снимки, если это необходимо, и составляет ориентировочный план лечения. То есть на момент приезда пациента в клинику специалисты и сам пациент уже ориентировочно представляет то, по какой методике будет решаться его клинический случай, его стоимость и ориентировочную продолжительность действия. В 5 дней вписаться очень несложно. То есть, если вот эта подготовительная работа проведена, то, как правило, в первый же день приезда пациента проводится операция имплантации, и в ближайшие дни после, 2-3-4 дня после операции проводится протезирование, то есть реабилитация на имплантах. В первый день устанавливаются имплантаты, в 4-5 день устанавливаются уже временные протезы на имплантатах. Все, пациент уезжает домой уже с зубами.